Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 26 июня. Погода очень жаркая, 27 в тени. 9 месяцев назад на моем канале вышел ролик об омолаживающей обрезке кустов в саду. На примере очень старого куста черной смородины. Ссылка на него будет в конце ролика. Сегодня показываю вам результат. Куст вырос примерно на 1,5 метра. Хорошие сильные побеги. Насыщенный зеленый крупный лист. Куст уже в этом году порадует 10-15 ягодами. А в следующем даст стандартный урожай для взрослого куста смородины. Если куст состарился, дает плохой урожай. Не надо его выкапывать и выкидывать. Просто максимально срежьте под корень ветки, и будет вам счастье. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!